Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! ДНК-тест подтвердил: Прохор Шаляпин – отец ребенка его экс-невесты. В передаче «На самом деле» сообщили, что Прохор действительно является отцом ребенка, которого родила его экс-невеста Татьяна Гудзева. Результаты ДНК-тестирования были оглашены на Первом канале. Шаляпин с вероятностью 99,9% является отцом мальчика от Гудзевой. Перед сдачей теста певец обещал признать отцовство, если оно подтвердится экспертизой. Но теперь он заподозрил подлог. Прохор предложил провести повторный ДНК. Он пообещал обеспечивать ребенка, если его отцовство подтвердится снова. Но вот его матери на возобновление отношений с певцом рассчитывать не стоит. Шаляпин заявил, что у него большие планы на Виталину Цымбалюк-Романовскую. В свою очередь, Виталина поддержала возлюбленного, по ее словам, неправильно выбирающего круг общения и выбирающего недостойных его людей. Сама же Гудзева указала в свидетельстве о рождении своего сына отцом Шаляпина. А как по вашему мнению, как будут развиваться их отношения дальше? Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!